Администрация Люберец намерена в ближайшее время всерьез разобраться с торговыми палатками и киосками. На одном из прошедших заседаний депутаты горсовета обсудили вопросы торговли на улицах. Народные избранники обеспокоены тем, что большинство предпринимателей ловко обходят нормативные документы и подписанные ими договоры. Изменения в официальных бумагах представители бизнеса не согласовывают с городской администрацией. К примеру, вместо остановочного ларька в 15 метров появляется павильон размером в 30 или вовсе вырастает многоэтажный магазин. Вот люди работали 2-3 года. Ребят, вы платили налоги? Разумеется, нет. Откуда у вас электричество? Тоже непонятно. Значит, попросту воровались, не стоят приборы учета, я не знаю, с жилого сектора они получили, там, с городского освещения или откуда. Да, и самый логичный вопрос, куда вы девали мусор за это время, если договора на вывоз мусора не заключены. У нас все контейнерные баки, скажем, в соседних домах, в жилом секторе, они просто забиты. Повлиять на ситуацию, повысить ответственность предпринимателей народные избранники намерены при помощи новых положений, в которых четко будут учтены все правила уличной торговли в киосках, ларьках и павильонах. Такой документ уже готовится.